А этот Карл, сука, этот трэш тут всегда ебучий. Хуя карты валятся. Что, заберешь? Да и цена, блядь, 1 голд. То если фартанет. Так, все равно вон тех придется забирать двоих. Че, мы сейчас на погибели? Не, мы сперва сейчас это. Оперу. На бабу на эту пойдем сискасту. Собирают этот пак аккуратно только. На пульт сразу на него красиво. 3 секунды. Я. Одна. Делаю красиво, нах. Дайте а этот самый. Дайте там эту хуйню. А видели, да, то, что в путеводители комнаты слуг добавили эти? Да, да, я ей говорил. Бля, нихуя себе, а мне надо вот эти башмачки. Крит мастерство, блядь. Ебать, 60 крита. Это этот? Внизу, который в подвале? Да, правда? Да, комната. Так они в атласлоте и так писали. Там 32-й пояс есть, меткость крит. Мне вот это интересует. Они прям заебись. Прямо крита овер до хуя. Янканите, что там на это? Атлас лут откройте, выберите горожан. И внизу вкладка есть, называется существа. Оно существовало всегда, без новой этой всей хуйни. Это, блядь, вторые ботинки, которые я, блядь, захотел после этого, нахуй. После ОК-25. Забери моба. Так это простой трэш, скажешь. Нет, это с подвала, там где-то это пауки, летучие мыши, блядь. У которых там по 400к хп, блядь. Но в атлас луте этого пояса я не вижу. Атлас лут. Опера. В самом низу. Существа в скобочках написано каражан. И вот тут эти тапки. А те, что ты говоришь с мастерством, с критом, это не... Они не с трэша падают, они с босса падают. Ну вот, я нажал приключения, комнаты, слуг. На голенники, скользящего. Ну тут такого нет. А, подожди, я не то смотрю. Приключения, сразу комнаты, слуг. Все, есть, тут есть такое. То я не туда смотрю. Так, так, так. Сейчас. В этом написано... В атлас луте, у меня просто по-английски, да, написано, короче, animal что-то там, блядь. А. Вкладка. Это с подвала. Там есть хорошие запы. Да, я тоже уже посмотрел. Там крит-арповые запы хорошие. Да. Ладно, есть что полутать, в общем. Да. Есть что полутать? Да, там сапоги, пояс хороший есть, вот смотри. Запы, сит, силы, блядь. Блять, пойдемте сходим, хули все равно, блять, ходим. Ну мы потом, как зачистим фулл инст, делать. Можем зачистить башмачки в подвал туда и зачистить фулл подвал. Во-первых, это репа для людей. И шмот полутать. Там реально много хорошего шмота. Кожаный крит меткость, есть сапоги, есть кольчужный хаст меткость типа с ловкостью, силовые хорошие. Ну, весь, в принципе, шмот достойный. Да, согласен. Блин, ну крафтовые боты здесь. Пояс неплохой, вот крит меткость если брать. Да, я думаю, даже убив, кто-то найдет себе что-то хорошее. Шарик ко мне. Да, но ну здесь вар все рага как-то побыстрее набирается. Вот добавили бы Т5 в подвале. Добавят, но не сегодня. Нет, в подвале гаража. Ага, ебать. Тогда там трэш будет, блядь, по 15 миллиардов на хп.
Не, сделали бы чисто такой прикол в курсе. И одна дота паука бы тебя убивала. Стёп, да, какой-нибудь трэш там для фейши, которых вы убьёшь, короче. Не с него падает на 5, короче. И пусть бы там сидели, дрочили всю неделю. Да. Как этом, перед Везаксом, да? Трэш по одному бы пулили? Да, да, да. Как босса бы убивали. Это бы вам на Варнас надо, ебать. Ага. Да и то, чтобы даже одного убить. Меня в подчинении, как кто-то умрёт, но... либо ты. Там никто у вас не бегает? Он что-то ретрик отъехал. Да чирик нашел. Сейчас такой, да, не полтисон, блядь. Чё, Данжмастер, рассказывай, где был? Не играл какое-то время или чё? Играл. Чё, знакомый? Да в гильдии моей был. Я уже не помню. Бля, ну а Т4, да, овер пиздец, за хуя плакает. Ты уже десятку должен выводить. Да я, блядь, не умею кнопочки дать, пока вот тренируюсь. На трэш, макросы. Размашистые удары, блядь. Макросы надо написать. Не, мои макросы уже стоят. Блядь, и размашистый с БШ, там овер, блядь, стоит, рассекающий стоит. Смертельный. Надо там сделать без билд, без БШ, но с жаждой. Куда они все побежали, но? На тебя какой-то контроль кинули, скорее всего. Шавка, блядь. Немота. Жарим, жарим, жарим. Бля, прикольный ник, да, жарим. Это еще я мелким пиздюком, короче, был. Мне лет 14, наверное, было. И рассредоточивай здесь по комнате. На классике еще мой брат с друзьями на офи играли. Жарили все, да? И там у чувака, у его кореша был ник жарим у фаермага. Милики, тогда там станете полукругом. Просят он лапку по этому. Дайте лапу и пристабав крутни. Крик на этом, обнови же во время боя. Да, 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 я подбегу. Поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давай сразу Киру. С пула хуя. Значит, я её отвёл, блядь, по-уебански. Ну, всякое видел, но что про ДДшник кто-то летали. Ты далеко стоишь, да тебя просто не могли выхилить. В кабине далеко. Вот там рядом стоите.
Меня вон друид вроде мог хилить. Вставай, тебе БР дали. Не дали мне ничего. Дали. Не дали. Скринул. У меня не показывает, что ему дали. Мне пишет, что воскрешен. Но КД БР не вижу. Оба, оба. Нечаянно поднимешь его. Сейчас бы Навара параличке дать. Бать, ты ауга там крутишься, ты и ноги пытаешься отрубить. Ну, заебало длинная, блядь. Как оно заебало, блядь. Бля, как вкусно пахнет, аж жрать захотелось, нах. Чё, ноги, блядь, её? Ну. А, это хуйня. Понимаю. Скорость, меткость, блядь. Нормально. Ну. Че, ребят, полутались, идем дальше. Тебя полутались так, что пиздец всему, блядь. Блядь, и ботинки здесь тоже заебаты, прям топовые. Да, с ним сапоги крутые падают. Да и запы бисовые, мне кажется, меткость хит. Ой, классно. Ну, выки такие точно запы есть. Чё, тебе нужны эти запы? Ну, у меня 19... Не, у меня 26-й с критом с РБК. Охуеть. Я... А вы куда? А я куда? Нихуя себе, я вообще забыл. Вы говорит куда, а я куда? Да хуй его знает. Я веду в гости вам. Снимите, пожалуйста. Забери моба. Да, убейте Лео, пожалуйста, вот убейте. Ну, я не могу двоих таунтить, а механик Кангр же скидывал в твари. Оба она, а это что вылезло? Макрос есть на метку, блядь. Так. Сейчас я левого кину в оковы. Подожди, там этот идет, гопник. Кидай. В одного скового нежити скиньте, во второго, если надо, будет паладина скову. Они ж не ваншотают, можно троих ловишь. Идем. Это понятно, да, блядь. Раньше ваншотают. Вот, бейте метку. Блять, у меня макроса на метку нет. Ты на меня нормально поставил. Я на тебя не ставил. Слайк вот. Макроса нету, блядь. Сейчас я скину. На других персах есть.
А с этого левого. Он сюда идет как раз. Или этого делали. Я думаю, вот в DC скинул как раз. Хорошо. Это заморозка. Я проверил ваншоты, он был. Чай ему, наверное, чат не читает, Миш. А что на звездочку ставит? На восьмерочку написать, да? Ну, там цифру подняешь. А, ну, у тебя так-то твина, у него так-то это мейн. У кого, у кого? Нечаянно. А что случилось? Это же там за шмотку. Запы? Да. Так надо в DC просто побазарить, хули вы сидите. Этот, нечаянно ты тут? Ну, нечаянно запа вообще, блядь, 13. Ну, нечаянно вообще хуета, но... Так, скорость, дух, все нормально, лесовый. Да так себе лесовой, на самом деле, залог. Не, ну это не носовой, это нахила. Тут нахила, да. Дух же сон, тоже что-то там дает. Да, блять. Моба, что ли, блять, там сага или что-то. Сагрили. Прыгайте вниз и в кучу, быстрее. Все в кучу, станьтесь. Не разбегайтесь. Станьте вот здесь в кучу. Быстрее сюда, столовка, подойди. Лужу сразу сюда кидай. Ну, Кирюха, косыпал. Ну, лужу быстрее, говорю. Ну, что ты спишь, блять? В смысле, лужу? Ну, в прямом, блять. Ну? Сразу, говорю, кинь, блять. Вот мы стоим, ждем, блять, пока не зайдут, а дадут нам пизды. Че сразу не кинуть, блять, в проходе? Я кинул сразу лужу. Откуда тебя ёбнули, хуй знает. Я стоял за тобой. Тебя, наверное, притянули или что там? Да вон они на какую-то магию кидают, ледяной шок. Ну. Сейчас наша любимая шапка будет. Нахуй нам нужна шапка. Нужно этих. Так, что там у нас? Иди сюда, родной. Так, а тут вроде эти не коцают. А я наследие хочу. Ну со столба выводить только и все. Диспельни? Ой. Понимаю, ну. Лужу разлить. Шо за? Как? Они починили, что ли? Призыв, да, завесы. Видите, где я? Надо умер, выводить. Ни в каком столбе не стоял, блядь. Все равно ебнул. Да не ты, мобов надо выводить со столба. А чё за призыв завесы? Да они чё, прикалываются, что ли, блядь? Чё, ты бежать или? Интересно. Все равно сейчас надо рейсаться, ребафаться. Заебал этот слип, блять. Кто? Сон кидает. Сон, он не кастует. Интересно, а Толгород будет в будущем опыт или нет? Ну, на X2 там 58 шмот. Там он, по-моему, не апнутый, а это другой пост. Ну, 58. Пламя там говно, да, говорят? Типа есть, типа, лучше хуйня. Они его там занерфили очень сильно, она поначалу имбой какой-то была.
Да так подумать, и эта тринька из ПДшная не очень. Прокает почти сразу, блин. Не разогнаться. Ничего, аркану особенно, когда надо будет 4 стака сначала залутать, чтобы бурст лежать. Не особо она и была. Бать, сестры оттыкают, ну. А ты чё, не втыкаешь? Я среагировал. Ты лучше так на алгалоне нахуй. Вот опять. Так, ставь эту рыбу. Хотя после осмотрителя поссать подумал. Пиздец уже. Не обоссышься, да не надо. Конферансье, блять, выебусь, если мне топор не даст. Если, блять, не... если дотерплю, конечно. Да нахуя куда-то ходить? Давайте от себя. Что, предлагаешь бутылку поставить рядом? Да нахуй, сысь просто в кресле, блять. А-а-а. Чё, запускаем? Да запускаем, подходите все. Как в этом, в ДМБ вы там, ебать. Чё, ссымся? Так, мне нужна страноз. Блять, заебись. Страна кос тебе нужна? Я, да, говорит, страна кос. Там этот кто еще, майор там или кто, полковник. Мне нужен жезл, потому что у меня жезл вообще нахуй 200-й, блять. А мне страна кос. Так, читаем внимательно. У нас два жезла будет. История любви и джулютана. Кровь и бетон. История любви. Кровь и бетон? Да ты ничего не видишь? Короче, блять, нахуй не будет, блять, жезла моего, да? Ага, и моего меча, бля, его топора. Тебе сласта топор нужен, потому что там сокет хотя бы желтый, блядь. Я знаю, да. Это где вначале челик телек взял, такой несет, и другой на него бежит с ножом. Ты член вонючий. Поставь мой телек, говорит, тут его бросает на пол. Ну что, это Ромео, блядь, да, сейчас будет? Да. Че там, милики у одного, вот это и другого, или как? Че в одного? Ну, в смысле, или как будем... Там... Сначала в одного, потом во второго, потом в двух пацан. Одновременно. Будем бить одного, кливать второго, потом поменяемся. Блять, дома нездравая хуйня, как это происходит. Блять, дайте критов, пидорасы, наебали. Супруг мой!
Ебать, батя, топ-1 ДПС, алю, блять. А, блять, еще же она. Он тупо встал, его шотнули, короче. Бьем ее где-то до полляма, потом поменяем. По возможности там кливать. Мак, забирай. Оглушение, блядь. Чё, давайте свич. Свич. Косты ебаные. Ну, в этой уже два ляма. Дима, сиди на ней, сбивай ей косты. Угу. Не, оглушение. Заезжайте по ней. Сколько у него хп? 600. Бля, кто там так быстро косты? Кливайте по ней. Просто через нее играем, кливаем по нему. Потом подсвечим. Отлично. Играйте по Ромео, доклевывайте. Опа, штаны, блядь, это деду надо, нахуй. О, блядь. О, говнотриня, блядь. О, пацаны, мобы резнулись. Ну понятно, что умираем. Что за хуйня с мобами? Это ж Сирус. Я с палки одного уебал. Давайте, умирайте быстрее, заходите в инст. Сейчас же бы шапа кину тело. Я нихуя не понял, о чем сдохли и откуда там трэш дается. Там трэш. Он резается после кого их босса убиваешь. Ну, чтоб ты мог еще реп пофармить чуть-чуть. Нахуй нужна. Поэтому умираем там быстро от трэша, поднимаемся наверх, идем налево сейчас туда, погибель бить. Чисто 15 минут бить одного босса, блядь. Я так и не вкурил, тот кент... А, у него КД оказалось, ебать. Тоже высший вар просто, блядь. А, вот тут вот, который деревянный? Угу. Ну это нормально. Главное сидит и усирается, орёт, блядь, и вреет, блядь. Сейчас здесь получается с выходом погибели топовые пухи это оффхенд плюс пуха сыка, да? Да. Хаст критовая левая рука и пуха сыка. Ну или с этого с малчима тоже взять. Тоже надо, блять. Ну там хаст меткость, а тут хаст крит.
Разве там космик? Да. Ну вот это у меня на луке проблемные места. Жезл, левая рука, плечи, блядь. Это вообще. Плечи-то хуй с ним, там можно с какими-нибудь с РБК там есть двумя соки, там и типа хасткрит неплохие. Потому что с этого и параша. Да жезл тоже можно с этой ниже топи выбить. Вот ну можно, но не падает. Моя ниже топ не падает, блядь. Точку на там не было, блядь, все это время. Мне на маге там осталось только с кораби выпили, остальное, блядь, типа, ну вообще нахуй. А не надо ничего с РБК. А мага как ник? Не понял. У тебя у мага как ник? Ты за лимит. А, он не в этой ги. В этой? Ставьте вот тут рыбку. Смотрите, когда будем босса бить, когда она будет взлетать, вот где сейчас я где-то примерно стою локом. Я не знаю, меточка поставится или нет, блядь. Слава, ты можешь метку поставить? Ну да, ассист. Ну что, у меня не ставит. Тут где рыба стоит, тут метку ставь. Тогда, когда она будет взлетать, мы сбегаемся все сюда. Здесь стоят, соответственно, тотемчики. И она только вызывает первого моба, они начинают плеваться, мы все отбегаем сюда в ворота. Потому что если стоять туда дальше или куда-то в другое место убегать, прибегут мобы, которые нахуй стоят там внизу под нами в текстах. Это будет вайп. Мы уже это испробовали, блядь. Помню я такое. Мы уже это испытали, поэтому как-то так. Так, на кого на всякий случай СС кинуть? Ну, на друида, блядь. На хила, наверное, я тоже согласен. Давай, Миша, тогда на тебя кину. Чё, Геру с пула, она откатится по-любому? Да похую вообще, блядь. Мы же с пула отдадим, и на четвертую фазу она тоже откатится. Да, и два раза еще успеем. Да. Так что пуляй, запускай. Что, её в звезду ставить, что ли? Вот так, нет, нет стоит, ты стоишь там же, просто будешь сюда убегать. Да, там вроде под тобой лужа будет, то ли что тебе она будет двигаться. Пуляй, на пул пошел. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Геру, давай. Геру. С лужи выходим. Смотрите, чтобы с вас пропал дебаф. Нечаянно на тебе дебаф висит. Отойди назад. А ты столовка ориентируйся по дебафу на рейде. Потому что она может забагаться в плане этого анимации. Тремор по КД и Слава, ты масс диспл подкидывай. Ауга, ты должен быть топ-дп. Бьет. Да я, бля, говорю, пока не особо понимаю, что как эфир себя снимаешь, можешь ебать ее. На КД сейчас. Они там все два шамана забрали, да? Угу. Ты бы с удовольствием шаманом бы поиграл. Но... Надо его просто... Два дня завагонить в РБК и можно ходить спокойно. Он, соответственно, проходку сделал. Я на никогда не понимал, нахуй 25 лямов хп, если она нихуя не делает. Ну так. Ладно, в Гере там уже интересная тактика, блин. И в Гере у нее тоже 20 лямов хп. Угу. Там уже поинтересней. Не, я понимаю, когда это было на X3, она реально тут дамажила сильно, бля, там люди умирали, бля, все остальное. Тут сейчас чистая банка, бля. В ебаное время. Так, смотрите, сейчас 1%, смещайтесь уже. Все в печеньку становитесь, как она взлетать начинает. Столовка сразу тут лужу нассал. Блять, а я под себя сделал, ничего. Ничего, напуливай на него руга. Сейчас моб выходят, напуливай, отходим все к воротам. Быстрее. И все, мобов напуливай, кливаем их потихонечку. Все, теперь не потихонечку, ебашьте на все бабки мобов, быстрее. Забери моба, один в РДД стоит.
Миша, отойди маленько. Там... Забирай босса, отводи, доклевывай эти трэш. Не ебанутый что ли, блядь? Она вот так будет крутиться, как юла. Тремор стоит, все, доигрывать этого мобика и по боссу поехал. Блядь, жена издевается, нахуй что ли, чай принесла, блядь, я ссать хочу, она чай принесла. РДД Max Range, если набрать, короче, то она не будет вас херять. Я забыл об этой хуйне. Блять, тлеющее дыхание, 1600-1900 урона раз в 3 секунды. А что ты хочешь? У тебя сопрот в виде лапы и аура включен. Ну, я понимаю, ну типа, блять, ХП можно было меньше сделать. Добавить урон и сделать меньше ХП? Да не надо ничего добавлять. Смысл, блять, он что так манекен был, что так вот. ХП урезать еще в половину, 12,5 сделать. Не, ну если когда мы поначалу, блядь, только сюда пошли, наебать, вот эта фаза убивала просто. Моба как взлетали, начинала иголками стрелять, все, вайп. Да, да. Там чисто надо сокру давать. Ну, под этот, в луже не стоим, ребят. На другую сторону перебежали и все. Как он сдох? Нечаянно. Не знаю. Надо в череду, блядь. Потом... Нечаянно, подними его. Череду дал, и он под ебало влетел. Так там и по... В эфире могу забежать. По забафайте его. У нас мы на прошлый этот... Входили, когда первым статиком. У нас тоже кто-то под эфире, под клип залетел, съебашил его. Забафайте рогу. Блин, да шустрый дракон. Что нахуй это происходит вообще, блядь? Она по стенам бегает. Ты видел это? Мы видели эту хуйню? Чересчур шустрый дракон, блядь. Бля, где там тремор, нахуй? Все, тремор, побежали, вот. Побежали в печеньку. Быстрее. А бомж добежит. Не спеши убегать. Вот мобы, блядь, хуй поймет, куда вы бегут. Смещаемся. Ворота. Все, поехали по мову. Просто кливайте всех. Ну и, соответственно, прохиливайте. Бля, тут сейчас бы 4-4, да? Прожать. Тут сакры хватает с головой, если есть. Все, отводи босса, доигрывайте трэш, там у них панты осталось. Я помню, у нас паладин ходили с пугами. Я не попал на РТ. Развернул босса нахуй к той стене противоположной, где хвост сейчас у дракона. Кто-то нахуй разлил лужу. И все, ГГ, блядь. Мобы прилетели, блядь. Вот где я стою локом, это манш Макс Ренжа. Так не верит там, где мы стоим. Тогда с этим лайфхаком надо пати распределять не так. Миликов к тремору, а РДД не надо. Ага. Тогда дамажить все будут нормально, они будут быстро умирать. Перед лицом. Я ее все равно, ребят, поставлю, вот как часто. Там опасно ставить.
Ой, блядские ногти. Даже Гера не будет. Ну как раз нам на последнюю фазу откатит. Пятнадцать минут манекен, блядь, бить. А вот тоже. Кто у нас на гневе будет этот? Становите сюда в кучу как-нибудь, блядь. Все, хильте. На пул пошел. Откуда они, блядь, выползают? Да сюда, веди их. Не к воротам. И ладно уже, хуй с ним, держи там. Кливайте. Этот вопрос. На гневе. Слава, ты тогда будешь стаки держать? Можно попробовать, но... Ну, там отхил будет хороший. Ну или я могу дестриком похуярить, СС на себя кину. Смотри, что босс делает, это конченый босс нахуй. Ребят, аккуратно, блядь. Это не... Это... В смысле, блядь? Стань, как ты должен стоять, и не бегай за ней, как ёбнутый. Кирюха! Встань, как ты стоишь, и все. Все, все, все. У нее ты просто багается анимация. Я тебе об этом в начале пула, блядь, говорил. Так она что, у всех багается, блядь? Что за хуйня, нахуй? Да. Ну да, мы видим, что как ёбнутый бегаешь за ней. Она просто как собака ебаная. В смысле, блядь? У вас по-другому показывает или что? Нет, мы видим, как ты бегаешь. Не, а как она бегает, видите? Да. Видим, видим. Давай, жми Геру опять. Прожимки хоть побалать нахуй. Она просто не влазит, ебать. Понимаю, нахуй. Ну, блядь, так она же не сидит тут всю жизнь, блядь. Ты меня жопой развернула. Ну, 11 минут получается. Ух, уф, башмачки. Башмаки топ, там на очень долгое время. Да, угу, сок время. Вообще, да. Заебатые башмаки, мне нравятся. И груда, кстати, я вам скажу, на ретрика нихуёво. Да? Тоже. Груда тоже заебись. Хаскрит, блядь, два камушка, блядь, красиво. Так, а куда на подстеночка идем? Опа, Женёк, бать. Так, а куда это говнище сдавать? Понятно. Блядь, да как нахуй так, ёбана в рот? Ну что, блядь, не так нахуй? Шо, блядь, ребята, нахуй? Да я отошёл. А где этот статик нахуй?